Всем привет, друзья! С праздниками вас новогодними, с наступающим Рождеством, с Новым годом! Я сейчас только с ванной помылась, поэтому себя не показываю. Но 2 дня готовила, не успевая ничего, но решила все-таки заснять, какой у меня будет стол. Так, у нас получается на сладкое будут мандарины с лимончиком. Сделала вафельный тортик. Дальше наш березовый сок с апельсином и яблочный сок наш домашний. На закусочке у нас бутерброды с красной рыбкой. Внизу здесь творожок мягкий взбит вместе с укропом и с огурчиком. Немножко сольки. Потом красная рыба, огурчик и майонез. Все, вот такие у нас бутербродики. Дальше у нас бутербродики с красной икрой. Посмотрела в ютубе, как украсить, и с дочкой украшали. Делали вот такие елочки. Здесь просто масло и икра. И с огурчика сделана елочка. Так, дальше помидорчики с чесночком, с майонезом и с сыром твердым. Дальше муж днем сделал скумбрию. Вот такая она красивая. Скумбрию на решеточке. Она заправлена кефиром с чесноком и с солькой. Дальше нарезочка у меня. Сделала я из курицы бройлерной рулетик. Здесь морковка, сушеный перец болгарский, чеснок, перец и омлет из яиц. Все это завернуто. Так, показать красиво. Вот так. Красивый, вкусный. Дальше сыровяльная колбаска, она магазина, а это у меня грудка. Здесь в специях более темная, а здесь просто без специй, она такая розоватая. Сделалась за 3 дня. Ну и там простая колбаска с салями. Так, дальше. Сейчас только что с духовки вынула курочку на вертеле делала. Куся я решила запекать на Рождество. А сделали сейчас курочку на вертеле. Это не на гриле, а просто на вертел садила. В духовке она крутилась. И вот так запекалась. Супер. Дальше горошек у меня сделан с курицей отварной, без колбасы. И здесь получается картошка, морковка отварная, маринованный огурец, свежий огурчик, зеленый лучок, горошек, отварная курица. Дальше бутербродики сделаны с этой, со шпрот. Вот так. Батончик обжарен с двух сторон на масле. Натертое чесночком, маринованный огурчик и шпроты. Вот так. Дальше отбивнушечки. Были большие, поэтому разделила пополам, чтобы было удобно брать. Отбивнушки посолили, поперчили. Яйца сбила с чесноком, с солькой. Макала и немножко водички. Макала в яйцо, в муку, в яйцо, в муку. И последний раз в яйцо. И обжаривала на гусином жире. Тогда они получаются хрустящие. Ну и шуба. Как всегда, мы ее любим. Поэтому сделала шубу. Шуба у меня вот такая. Вот. Здесь получается у меня вначале идет картошка, потом сантовская селедочка, которая без костей. Потом лучок, морковка. Посолили морковку, потом яйцо. Яйцо промазали майонезом. И сверху свекла с майонезом со сметаной. Все, оно ночь стояло. Картошечку полила этим маслицем, в котором селедочка была. Поэтому оно сочное получается и вкусное. Все, посыпала лучком. Вот, буду заваривать чаек. Купила вот такой чайничек красивый. Смотрите, мне он так нравится. Еще сделала голубцы, но голубцы я уже не приносила, потому что еды много. Голубцы у меня стоят в холодильнике. А, еще у меня будет отварная картошка. Вот, картошечку уже отварили. И сделала в мультиварке ребрышки свиные с морковкой, с луком. Ребрышки сначала обжариваются, потом получается немножко водички, солька, перчик, лаврушка. И обжаренная морковка с луком добавляется, и все потушить. Можно на газу, а я в мультиварке, так как времени не занимает. Все, картошечку выложим, ребрышками сверху польем бульончиком. И такая у нас вкусняшка. Такой стол сейчас понесли в зал стол накрывать. А здесь у меня на столе все приготовлено. Сейчас будем все туда переносить. Все.
Всем хороших праздников, вкусняшек. Всем пока!